Сегодня проводится турнир на Кубок городского округа Щелково, который является одним из отборочных турниров на Московскую область, которая будет проходить в декабре месяце, где будет проводиться отбор уже на российские соревнования. Поэтому мы этому турниру уделяем большое внимание. География турнира обширна. Участвуют команды из 4 регионов, помимо Московской области, из Владимирской, Тамбовской и из Москвы, из 22 городов и 39 клубов. В спорткомплексе Подмосковье площадка манежа прекрасно подходит для проведения соревнований подобного уровня. Есть разминочная зона, есть где свободно расстелить несколько татами для одновременного проведения боев. Соревнуются от самых маленьких каратистов до почти взрослых. Проходит турнир в 2 дисциплинах. Ката – сольное выступление спортсмена, выполняющего определенную последовательность движений, и кумите – настоящие бои в полный контакт. Киокусинкай – насколько зрелищный, настолько же и жесткий вид единоборств. Ногой можно бить в голову, а руками – только в корпус. Но и эти удары могут быть настолько мощными, что пробивают защиту соперника, и бой может закончиться досрочно. В Щелково приехали много начинающих спортсменов, но немало и опытных, которые пришли в Киокусинкай в 5-6-летнем возрасте. Наша землячка Татьяна Понятова – ученица тренеров Александра и Юлии Илясовых. Она занимается Киокусинкай более 7 лет. На этом турнире у нее первое место. Когда ты выступаешь по кумите, в первую очередь ты преодолеваешь самого себя, то есть одерживаешь победу над самим собой. И когда встречается сильный противник, ты пытаешься показать то, что натренировал за все эти годы. То есть показывай свой результат. Всего наши спортсмены завоевали 10 золотых медалей, 13 серебряных и 16 бронзовых. Подводили итоги и в командном зачете. Хозяева турнира, наша команда, взяла 3-е место. Завоеванные награды щедро пополнили копилку престижа нашего округа. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.